Во Львове активисты правого сектора и афганцы не позволили официально представить нового прокурора области Владимира Гураля. Около Дома культуры железнодорожников, где должна была пройти церемония, собрались несколько сотен активистов. В руках держали плакаты с надписями «Гураль – рейдер» и «Друг пшенки». Митингующие силой вывели прокурора из здания и назад уже не пустили. Демонстранты возмущены тем, что назначение не обсудили предварительно с общиной Львова. Владимир Гураль в последнее время возглавлял один из отделов ГПУ под руководством Виктора Пшонки, а до того работал первым замом прокурора Львовской области. Репутация своей людины за период его работы заступником прокурора Львовской области є негативною. Раз. Друге. Ця людина працювала в Генеральній прокуратурі, яка по безпреділу фальсифікувала справи по людях, які були активістами на Майдані.